Привет, ребятки! Привет, мои хорошие! У нас как лучезарная шедевральная новость. Он вернулся! И музыка как из возвращения выдала. Да-да-да-да-да-да-да! Короче, ребят, так получилось, что у нас же Бог взял, там собачка, курочка, зайчик, но она нам отдала другого, вернула, скажем так. Смотрите, узнаете, не узнаете, считайте по полоскам. Наглая рыжая морда. Пускай пусть ходит по подиуму. Такой, вот такой. Да что ты, что ты. Обомот. Кот обомот. Короче, ребят, мы чуть-чуть сэкономили на корме. Он там подъедался и пришел к нам уже большим, взрослым, серьезным пацаном. Это наш как? Потерянный рыжик. Ну, кто помнит, кто смотрел раньше видео, как мы по нем горевали, тосковали. Да. И вот он снова с нами, барбос. Щеки отъел. Короче, ребят, как получилось? В принципе, там, где его предположительно потеряли, там его предположительно Иришка и нашла. Пошла и пришла с котенком. Даже уже, наверное, с котом. Ушла с котенком, пришла с котом, короче. С подрощенным. Да, бабос, бабос. Кто-то его, видать, ну, прикормил, что он не вернулся сразу. Навигатор сбился у него и домой он не вернулся. Как обычно, коты возвращаются прям. Ну, у нашего спутника соединились. От Wi-Fi отбился, короче. Но это как из приятных новостей, ребят. Есть у нас еще чудище неприятное. Сейчас почему покажу. Неприятное? Ну, чуть-чуть. Вернулся и вот этот котенок. Какой-то он хуенький. Но зато с ошейником. Не просто так сходил, но как сходил за ошейником. Да, сходил за ошейником. Все в дом, в семью. Да, все в семью. А что его вернули, ты скажи? Потому что там проблема. Семейная. Семейная проблема, личный, да. Как да, называется да. Это? Личные проблемы, поэтому... Да. На фоне которых? На фоне которых, да, Белочка должна вернуться была. Вот. Короче, я так понимаю, Беляш послужил раздором в семье. Нет. И Беляш вот пришел. Нет. Не по этой причине. Ну худющий он, по-моему, стал, писец какой-то. Ну, может, тепло стало уже поэтому. Надо и проглистить их всех. Да. Или подкинуть Беляша там, где был рыжий. Да, попробовать. Да. Там хорошо откармливают. Да, да, да. Не, ну это хорошо, что он нашелся, слава богу, потому что хорошо, что с ним ничего не случилось. Естественно. Да. Естественно. Ну просто я так подозреваю, что раз он потерялся, то есть там он в этом районе и бегал, пока... Так что ж он, падла, не прибежал? Ну он как бы... Через домов, 5 домов. Домов, да, 10 максимум. Это ж недалеко, они приходят недалеко. За километры, ну как коты. Ну сбился навигатор чуть-чуть, сбился. У паренька. Но он и так мясо ел и плакал, ел мясо и плакал. Вот это что плохо, ребята, ну кто предал и раз, предаст и не раз. Но он не предавал никого. А что он не вернулся? Ну он просто потерялся. Ну когда потерялся через 5 домов? Ну так. Ну так просто соседнего села он заблудился в темноте. Да, конечно. Ну я же пошла в магазин, может он за мной до магазина бежал. И что? Ну потом, ну, видно, в другую сторону побежал, я уже вышла. Ир, ну ты прекрасно понимаешь, что коты находят эту дорогу. Ну не все, но у нас все такие коты очень специфические. Ну коты у нас, да, все с приключениями. Так что у нас котоферма, ребят, выросла еще на одного кота. Ну пыльного сейчас нет, показали бы. Ходил, орал тут, чудил, что-то дверь открыл, он ушел в ночь, короче. Вот такая вот история. А, еще, ребят, одна новость. Сейчас вам покажу. Чудо-коробок. От Николая нам пришла еще одна посылка, ребят. Ну, посылку мы распакуем в другом видео. Покажем вам, что там вкусного. Николай, конечно, нас, как несказанно, балует, радует. Фух, неудобно. Очень, как бы, ну... Ну, спасибо. Малыши, малыши. В общем, ребят, вот такое короткое видео, когда он вернулся. Славный, добрый, рыжий котенок. Но он один, самый спокойный, самый такой адекватный, не орет, ничего. Теряется только периодически. В
пространстве. Ну, он один раз так получилось, по недоразумению. Ну, конкретно. Ира. Ну, просто он не хотел тоже, не специально. И теперь вот там дети новые, которые хозяева плачут, сидят. Ну, а что делать? А что делать? И хер на них. Надо было оставить его, как схватило. И бежал. Как человек-молния, Флэш. Да, как Флэш Гордон. Да. Ой. Ну это точно наш, мы все проверили. Ира открывала старое видео, оно у нас в Ютубе. Не, ну что, я его несла, он по полоскам считала. Он, во-первых, ко мне подошел сам. Хорошо. Начнем с этого. Я его взяла на руки спокойно. Да, судя по всему, раз он так теряется, он ко всем подходит. Да куда там? Не ко всем он подходит, что за глупости? Попробуй его возьми в руки, он когда он не хочет. Да куда там? Но это он приходит к тебе, ко мне. Малышка, да, ребята, и кстати, вот этот рыжий наш старый, нового рыжего обижает, бьет, грызет. Я бы не сказала, что он его бьет. А как я должен сказать? Обижает. Ну, обижает, но не бьет. Я бы даже сказала, что он его любит. Жиропуп тоже. Тимыш Ваденький. Матрешка. Матрешка. Так что маленький рыжик от него теряется периодически. Ой, не в радость ему это. Как пришествие другого рыжего. Ну, что делать, это жизнь. Что я этого хотела поменять на того. Да, расскажите. Что. Я не могу такие вещи рассказывать. Ладно. Ира хотела, ну, по... как наивности своей, что ли, подкинуть этого рыжего за место того, ну, в то место, где она нашла. Думала, вдруг тебя не угадают, короче. И его имя тоже так откормят. И будут с ним жить уже как бы счастливо. Никто не, как, не заменит, не заметит да, подмены. Да. Ой, ребят, шоу, конечно. Ну, этого навигатор лучше. Не слава, да, но сколько этого рыжего покусного не подкидывали, ну, в разные территориальные дома, улицы, он находит. У него навигатор четко работает. Да. Только вот как минирование или как. Да. У него нехорошо работает, он сразу заходит, начинает все минировать. Кот-минер. Падла. Ну, ничего, ничего, рыжик вернулся, он отомстит. Там что-то мстит и мстит. Мстит и мстит. Короче, это не ненависть, это любовь. Он не бьет же его. Я бы даже сказала, что он его любит сильно. Все, большую любовь. Ладно, ребят, пока, мать его так. Новость сообщили. То была такая не самая добрая новость, это прям добрая новость. Тут нам и два кота вернулись. Ну, Беляш, что, ну его нафиг, конечно, вернулся. Все, прибыль. Все в дом. И посылка, да, от Николая. Одно счастье. Сегодня наш день, короче, скажем так. Пока, ребят. Счастья вам, здоровья, успехов, благополучия. Только чтоб вот эти всякие коты к вам приходили по посылке, достатки. Ну все только в дом, чтоб, ребят. Только счастье. Пока, ребят. Посылки с котами. Я вот еще опасался одно время, но когда его только принесли, не отрезали ли ему шурундулы. Тоже смотрю, он поправился. Обычно бешурундаловые коты, ну, полнеют. Я думал, ну, не коснулось ли это как деяние нашего кота. Все хорошо. Наш пацан. Бубенцы на месте. Да, бубенцы на месте. Он не евнух, он все как положено. Тигр. Пока, ребят.